наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Слава героям нашей доблестной армии. Герои нашей армии, самые лучшие в мире. Здравствуй, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Здравствуй, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. И самый прогрессивный передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведев, Владимир Чекурна, Дмитрий Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путин, Его Святейшество Патриарх Московской Всея Руси Кирилла, Сергея Анатольевича Эдуардовича Сергеев, партия «Единая Россия», наша Россия, наш президент, у вас наша сила, право и честь. Набери сумку мою. Середину надо, середину просто. Вечная покой и память героям нашей доблестной армии. С праздником поздравляем героев Отечества. Наша Россия, наш президент, у вас наша сила, право и честь. Спасибо вам, с праздником. Что, пойдем? Наша Россия, наш президент, вас сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, Верховный, командующий вооруженными силами России, поздравляю вас и вашу уважаемую супругу Светлану Владимировну, Илью Дмитриевичу Медведеву, Владимира Чепуйна, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Его Святейшество Патриарха Московской Всея Руси Кирилла Сергея Семеновича Собянина, Анатолия Эдуардовича Сердюкова, партию «Единой России», героев нашей доблестной, непобедимой, легендарной армии России, с Днем Защитника Отечества. Сегодня здесь, в святом месте, в самом сердце нашей Родины, у стен древнего Московского Кремля в Александровском саду, у мемориала Вечного Огня, прекрасно возложил цветы Верховный Командующий Вооруженными Силами России, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин, Анатолий Ильич Сердюков, Миронов, герои нашей доблестной, непобедимой армии. Мы, Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимирович, Стелла Владимир, Татьяна Ольга Геннадьевна, Марина. Мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячную форму все поддержали. И мы голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Весь личный состав вооруженных сил армии, МВД, ФСБ, ГУМЧС, прокуратуру, Госдума, Совет Федерации. Федерации, все регионы России голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильи Дмитриевича Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Сергеева, Патриарха Кирилла, по «Единой России». Мы поздравляем вас с Днем Защитников Отечества, с высшими наградами фестиваля «Слава и честь России». И мы назвали вас главными защитниками Отечества. Главными защитниками Отечества России и мира на планете. Вас главный герой России и планеты. Поздравляю вас также с высшими наградными орденами. Единая Россия, Отечество, долг и честь. Единство, веру и славу России. Высшими наградами грамотами. Имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира, перекрестителя Святой Руси, Масла, Жукова. С высшими наградными грамотами. Великих людей Дмитрия Донского, Владимир Креститель, Святой Руси, Масла, Жукова. Победа и триумф успеха на президентских выборах второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева. А на Госдуму курса самого передового прогрессивного Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Ильича Медведева, Владимир Чепуйна, Александра Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Эдуардович Сердюкова, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю всем героям счастья, здоровья, успехов. Наша президент, вас наша сила, право и честь. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, Ильи Христа живой. Христос воскресе, честь и счастье звучит над всей землей. Священные напевы зажгли в сердцах зарю. За второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курс самый передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Ильиновича Медведева, Владимира Ильиновича Медведева, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, герой Сестра, Патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», герой Сестра, победимая армия, герой Сестра, прокуратура, Госдумы, Федерации, герой Сестра, Чекани, Повещатки, Победоносный шаг, и в небе развивается российский славы флаг, парад на Красной площади, Божественный университет, второй приезд срок Дмитрия Анатольевича Медведева,
курсант прогрессивной передовой. Тоша Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Катерина Путина, Славяне, партия Единая Россия, объединили всех. С Единой Россией священная долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Герой славной армии, отечество сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, смысл жизни, навеки нас дана. Великая держава, любимая страна, ты наша гордость, слава для всех, для нас одна. Жить Сергей Витязь, взлетели над Москвой. Герой на Красной площади, честь отдаю президентскому сроку Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Курсу самому передовому прогрессивному Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимиру Ильичу Медведеву, Владимиру Путину, Александру Марию Владимировну, Сергею Семеновичу Собянину, партии Единая Россия, Российская армия, стране радио. Президент